Ну вот здесь уже поинтереснее. Скульптурка орла такого посадили. Он притормозил. Рекламу делают они своей одежде. Такой орлищий красавец. Я думаю, что он из дерева. Так, ну и тут у них получается магазин одежды. Это, наверное, рекламу держит детским всяким разным игрушкам. Всякие роботы. Это уже получается у нас Вашингтон, штат, город Сиэтл. Уже их пошли такие надписи. Уже Калифорния наша кончилась, но аэропорт очень огромный. Это даже я вижу по магазину. У нас там какие магазинчики. Вот всякие разные брелочки, стаканчики. Так, у нас там были медведи. У них, похоже, тоже. Как они этих медведей любят, а? А я вот эти все побрякушки люблю. Вся там, значит, у них, видимо, такое есть какое-то строение. Я думаю. Такие штучки, ручки, штучки, смотрю, и вот такая еще штучка. А вот как она нажимается, синяя. Ага, понятно. Так, интересно. Угу. Так. Такие открывашки. Ну да, их вот эта вот башня. Ладно, может, сейчас чего-нибудь пригляжу. Себе отсюда куплю на память. И тут еда. Тут еда. Башня Сиэтла. Ну да, интересно. Творчество. Ж надо так придумать часы. Я хожу в аэропорту как по музею. Чего тут только нету. Чего тут только нету.
сейчас посмотрела. Это для того, чтобы сохранять тепло, там фольга. Нашили всякой всякоты. Я сначала думала, что это такое? Потом кое-как поняла, что это вот так нашили. Для кружек, чтобы держали тепло при кладке. Такие бутики здесь интересные. Город-то какой, оказывается, интересный. Смотрю, это корейская кухня у них. Спрашивает меня, чего-нибудь я хочу. Я сказала, ну, я ничего не хочу. Просто смотрю ваш ассортимент. Корейская кухня. Международный аэропорт Келомна. Эксклюзив канадские кресла. Мощные, добротные, наверное, только тут их можно увидеть. Ну и кресла для всех. Так вот интересно. Оно самое настоящее Канада. Детский уголок. Куда без медведей в Канаде. Какие кресла. И такой вот тут в аэропорту детский уголок. Thank you.